Давай чуть-чуть овирай, дай, пожалуйста, сядь. Поехали дальше. Роберт, а можно спросить, вот эти запомнили планшеты, космические карты, вот, это новый формат какой-то работы получается, да? Да, это беспровод, по Wi-Fi управляем звуком. Сегодня будет громко, да? Сегодня будет красиво и приятно. Ну, после вот большой практики работы на заграничных стадионах в Гаване, да, не ошибаюсь, с Агутиным был большой турне, здесь будет так же громко или все-таки удастся погромче сделать? Я думаю, будет гораздо громче. Мы ждем с нетерпением волшебных, чарующих звуков, потому что вон они, музыканты, и испуганно стоят там вдали.